Наша новинка коза волк синтетика. Это кисть для проработки. Диаметр у нее 5 мм. И у нее прям супер острая такая волосковая вершинка. Тоньше, чем у всех подобных кистей с таким диаметром. То есть при диаметре 5 мм у нее вершинка как у тончайшего лайнера, дает очень тонкую линию. Эта кисть хорошо подходит в том случае, если вы при проработке нужно постоянно сразу же детализировать. То есть вы пишете и детализируете одновременно. В этом случае эта кисть подойдет идеально. Насыщенный цвет тоже можно набрать. По набору цвета она что-то среднее, то есть супер ярко ей сложнее набирать цвет. Она берет его одинаково и воду, и цвет. То есть нет такого, чтобы она больше брала цвет или больше воду. Берет примерно одинаково и то, и другое. И хорошо отдает. И вот, собственно, вершинка – это ее превосходство перед другими. То есть вот если сравнить, например, с красным волком премиум, да, красный волк, он очень жесткий, хорошо управляемый, упругий, очень ярко берет цвет, но вершинка у него будет чуть толще. И тут вот это уже вопрос цели, да, что вам нужно: жесткий ворс, яркий цвет, либо легче цвет, мягче ворс, но при этом острейшая вершинка. И если вам подходит средняя насыщенность цвета, средняя мягкость ворса и тонкая вершинка, то эта кисть для вас станет просто находкой. Пучок у нее не сильно объемный, поэтому какие-то только буквально небольшие заливки она делает, но и цель у кисти другие. Цель у кисти – это проработка и детализация. То есть это как лайнер с объемным пучком. Коза волк синтетика мини с бамбуковой ручкой.